О, блин. Эта игра просто играет на моих нервах. Трезубец. Солнышко. Феминистка. Говядина. У меня, так сказать, куприц, я все понял. Мне надо в лабораторию. Ага, вот. Так. Тебя сюда. Понял. Принял. Баррикадируемся. Хотели. Думали, что я? Что, беззащитный? Не. Что зря учусь строить баррикады. Два. И три. Борщ готов. Ткань пахла пустыней, мускул. Хватит! У меня башочка, хотите сказать, головка... Голова болит! Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Угу. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая тема? Левый контрол, тематика здесь намного не забит. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Будьте осторожны, когда враги близко. Присев левый контрол, би. Ёб твою мать. Этот ваш враг. Сюда-то добро. Да. Бля, я сюда нормально. Отсюда не могу выбраться нормально. Я хочу попробовать залезть на бочку. Ох! Ляп, я попрыгунчик. Опять какие-то загадки, опять в лебедке что-то застряло. Ладно, возьмем с собой молоток. Может, молоток поможет? Очинись, херовина! Что получилось? Тьфу ты, блин. Хочу! Я не знаю, где он, но мне страшно. Серьезно, вот эта миссия прям напряжная. Давай! Ох, Даниэль. Быстрей! Хоп! А, их два. А. Я понял. Водичка. Нам пиздец, похоже, опять. Ладно. Разберемся. О-о-о-о! Что? Понятно, понятно, я понял. За нами погоня! За нами погоня! А ну кричит уже. Ну кричит. Пошел в пизду. Я буду тут жить до конца. Так, бежим. Последняя дверь. Нет, не последняя дверь. Бежим, 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 бежим. Вау, класс. У
вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. А-а-а. С ее помощью мы легко... Залипание клавиш! Спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс Парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. В ад. Хааааа, тухел! 2 июля, 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения Абдулла, один из наших наемных, пришел из пустыни. На нем были тяжелые раны, словно от когтей льва, и он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Yep. Пошел в жопу. 3 июля 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал счет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал: «Даниэля вытащили примерно через час. Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час?» Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? Давай. Ты пуст. Ты... Слышь? Фу, таракан! Сдохни, сдохни! Книга, книга, книга! Где книга? Где таракан? Да сдохни ты уже! Сдохни, тебя растопчу сейчас! Чего ты такой здоровый? 4 июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Все это очень странно. У вас шизофрения, сэр. Огнева! Огнева! Жизнь без курсора. Оп. Ну, таких ящиков, походу, нет смысла вообще лутать. О, прахи деда. О, шикарно. О, еще. Еще. Шикарно. Мне интересно, если вдыхнуть прах человека, это считается за
как бы, типа, каннибализм какой-то в каком-то смысле. Вау. Мозг в порядке. Здоровье в порядке. А я не в порядке. Ладно. Вас тоже в топку. Кто сказал, что люди не могут гореть? Насколько же мне скучно, да? А просто потому, что сейчас пока что все спокойно. Пока меня никто не пугает. Я пытаюсь все время за текстуру пройти. Даже сейчас буду пытаться. Я, конечно, специалист, но мне кажется, что где-то появилась херобора. Петузара, блядь! Мы убежим от него, он лох, он... Пидор. Не заходите слишком далеко. Не срите слишком глубоко. О! Ага. Мы готовы, мы не боимся, мы молодцы. Я мужик, я красавчик. Я бью женщин и детей. Потому что я красавчик, потому что мне не лень. И они не могут сдачи дать. Такое. Приходи в себя. Все спокойно, успокойся, Даниэль. Все образумится. Мы выберемся. Фу, блин. Эта игра просто играет на моих нервах. Бежим. Даня, бежим к выходу. Блин. В темноте можно прятаться. Спасибо, Кэп. Так. Пьем. Быстрей. К выходу. Пока. Мы смогли. Дверь надо закрывать. Все. Наш путь ведет прямо в ад. Все понятно, почему не каждый принадлежит. Ваша остановочка.